Шипилов, по форме только давайте. Смелее, ближе подходите, по форме. Остановили, причина остановки. Что случилось? Еще раз. Обгоняйте на перекрестке. Я обогнал на перекрестке? Ну несите, что там я обогнал? Несите, говорю, документы проверите мои, покажите, что вы зафиксировали, кого я обогнал на перекрестке. Не-не, Шипилов, так не бывает. Удостоверение показывайте свое, потому что вы остановили меня за нарушение правил дорожного движения. Будьте любезны, показы свитки, показы приладов, что-нибудь, показания приборов, свидетелей, кого-нибудь. Чуть ниже, если можно. Я извиняюсь, здесь написано сержант милиции, милиции у нас больше нету. Милиции написано, Шипилов. Милиции. У нас милиции в Украине больше нету. Удостоверение действует до 1-го, до 31-го, 12-го, 16-го года. Милиции. Я понимаю, у нас милиции больше нет в стране вообще. Еще раз, будьте любезны, удостоверение, я перепишу номер. ЗП-036-677. Покажите удостоверение, я хочу просто посмотреть еще раз. У вас удостоверение милиционера. Милиции в Украине больше нету, все, ее нету. Господин Аваков, Аваков, помните, знаете такого человека? Он ее расформировал, все. Больше нет милиции. У вас с этой стороны милиция написана. И написано у вас, старший сержант милиции Шипилов Евгений Миколаевич, чуть ближе, перебывая на посаде. Инспектора ДПС. У нас такой нет, у нас нет такой организации, как милиция больше. Шипилов. Полиция. Вы кто такой вообще? Вы оборотень? Я не оборотень. Тогда покажите мне. Если я нарушил, я вам... Если министр сказал, да. Значит, он доводил так же самое, что... Куда доводил? До граждан доведено. Что, у нас что? Больше в стране нет милиции? Шипилов, нету ее. Если вы не знали, милиции больше нет. Давайте любого остановим и спросим. У нас полиция сегодня или милиция? Я милиция. Вижу... Правильно, вы кто такой? Я полицейский. Что у вас за удостоверение милиционера? Которая действует, и транспорт, и форма. Я не понял, что значит действует? Его милиции органа такого нету. Это все, что вы сейчас достали бы, гестапо, удостоверение мне показывали. Я вам еще раз объясняю. Шипилов, давайте по форме, это все херня. Давайте так, вы показываете мне на... Мне показываете мое нарушение, где я что ехал, где чем зафиксировано. Составляете постановление, вы в курсе? Или вы еще протоколы составляете? Постановление. Давайте. Постановление, и мы пойдем с вами разбираться, откуда милиционеры у нас на дорогах появились вдруг. Может, Аваков не знает, что снова милиция вышла? Он не в курсе. Может, вы зарплату получаете за милиционера или за полицейского? Полицейского. То есть у вас удостоверение милиционера, форма милиционера, а зарплату вы получаете за полицейского? Не аттестованный работник полиции. Шипилов, который... вы не аттестованный? Вы... Которая аттестация до конца года, когда пройдет... Это аттестация до конца года. Удостоверения такого органа, как милиция, больше нету. Его нет в принципе. Ваше удостоверение является действительным. Такого органа нету. Нету такого органа. Я сейчас, да, у меня есть удостоверение секс-инструктор. Я могу на основании него пользоваться вместо своего водительского удостоверения? Нет, нет. Как это нет? Есть же у нас секс-инструктаж. Я секс-инструктор, квалифицированный. Могу по нему ездить или нет? Так вот, Шипилов, вы точно так же не можете с этой фигней стоять на трассе. Вы в курсе? Вы тут быть не должны с этим удостоверением. Я вам последний раз объясняю. Вы несете мне фото-видеофиксацию, свидетелей тащите сюда, что я нарушил? Свидетелей не было. Фото-видеофиксацию. Фото-видеофиксация. Будьте свидетели... любезны. Отсутствует. Как это отсутствует? А на основании чего вы меня остановили? На основании того, что... Что вы милиционер, что вы старый оборотень в кустах, который... Что вы делаете на трассе? У нас больше полиция не патрулирует на трассах. Патрулируют. Не патрулируют, только на стационарных постах. Что вы делаете на трассе? Шипилов, расскажи, что вы тут делаете. А делаете вы следующее. Дорога жизни. Люди идут на море в Кирилловку отдыхать. А вы их бреете тут со своим милицейским удостоверением. Очень на дорогах. Большая аварийность. Да, я вижу. Шипилов, чем вы фиксируете аварийность эту? Каким прибором вы фиксируете аварийность? Как вы предотвращаете аварийность на данном участке дороги? Вопрос у меня прямой. Как вы фиксируете нарушение? У вас зафиксировало нарушение мое? Ваше именно нет. Чье зафиксировало? Есть сегодня хоть одно нарушение, которое видеорегистратор зафиксировал? Пойдемте ознакомимся. Я хочу посмотреть, что вы здесь, что вы не просто так здесь проедаете мои налоги. Он сейчас... Кто он? Напарник ваш? Кто он? В смысле? Кто он? Есть фото-видеофиксация чего-нибудь у вас? Конечно, есть. Пойдемте посмотрим хоть какое-нибудь сегодняшнее нарушение. Хоть одно. Есть у вас? Вы можете его показать? Шипилов, если нет, собирайте манатки, валите с трассы. Вам тут нехрен делать с милицейским удостоверением. Идемте. Нет, несчастливо. Идемте к вашей машине. Здравствуйте.
Будьте любезны, удостоверение есть у вас? Конечно. Вы полицейский или милиционер? Сейчас кто вы? Почитайте. Милиция написана. Что? Старший сержант милиции. Вы тоже милиционер. Скажите мне, милицейский, что вы здесь делаете? У нас милиции больше нет в стране. У нас нет такого органа, как милиция. Полицейский. Вы полицейский? Почему удостоверение милиции у вас? Вот что это за... До какого года? Покажите мне сегодняшнее нарушение, хоть одно, которое вы зафиксировали. Перегрелся регистратор, он на данный момент не работает. Инспектор, единственное, кто здесь перегрелся, это вы. Перегрелся. Это вы перегрелись. Нет. Что вы здесь делаете без техничных прелудей? Что вы на трассе делаете? Собирайтесь отсюда, я вам серьезно говорю, и уезжайте по-хорошему. Нечего людей брить здесь. Нечего. Не Шипилов, вы старший патруля. Садитесь в патруль. Инспектор, присоединяйтесь. Я не ругаюсь. Давайте, давайте, собирайтесь. Собирайтесь. Собирайтесь, давайте, милиция. Давайте с дороги, вон отсюда, с дороги. Давайте отсюда уезжайте по-хорошему, не нарушайте. Я сейчас расскажу, как надо разговаривать. Собирайте свои милицейские удостоверения и езжайте. Давайте, поворот не забудьте показать. Давайте, Шипилов, поехали. Охренеть, блин. Охренеть, милиция. И утры треть по просьбам подписчиков.